Сегодня исполняется 30 лет со дня проведения завершившейся неудачей азербайджанской армии операции «Дашалты» 25-26 января 1992 года. Для проведения операции, целью которой ставилось освобождение одноименного села, было выделено 200 солдат из Шиховского батальона. Руководство войсками осуществлял бывший министр обороны Таджидин Мехтиев. Согласно первому плану, взвод военнослужащих должен был пройти через село Небеляр, подняться на высоту Кызыл-Кая, чтобы оттуда перерезать дорогу, ведущую из Дашалты в село Сигнах. Согласно второму плану, планировалось перекрыть дорогу, ведущую из Дашалты в село Шушакент. Неблагоприятные погодные условия, отсутствие связи между подразделениями, утечка секретной информации, а также предательство проводников привели к неудачному завершению операции. Вошедший в Дашалты взвод попал в засаду. Остальные подразделения тоже понесли потери и были вынуждены отступить. В ходе неудачной операции азербайджанская армия потеряла 90 человек. Армяне также понесли значительные потери. Во время боя было уничтожено 80 вражеских солдат. 9 ноября 2020 года азербайджанская армия освободила село Дашалты, которое с 1991 года находилось под контролем армянских вооруженных формирований. Президент Ильхам Алиев посетил село Дашалты 16 марта 2021 года. Глава государства рассказал, что наши военные прошли через этот населенный пункт, преодолели скалы и вошли в Шушу. В тот же день президент Азербайджана дал поручение восстановить село. 7 ноября 2021 года верховный главнокомандующий ВСАР и первый вице-президент Мехрибан Алиева заложили фундамент мечети в Дашалты. Подпишитесь на наш канал Удро Ньюс и будьте в курсе всех событий.